Всем привет! Меня зовут Саша Сацура, и сегодня мы начинаем снимать наш комикс видеопроект «Играй как». Зайди на YouTube и набери клевый гол или обалденный финт, и тебе покажут очень много классных видео. И общее у этих видеороликов то, что их выполняют не роботы, а настоящие футболисты. От никому неизвестных африканских до самого Лионеля Месси. Всем памятный гол Корницкого собрал более 500 000 просмотров на YouTube. Почему бы и нашим игрокам не повторить некоторые трюки? Первым участником нашего проекта станет полузащитник Александр Бычинок. Он сейчас готовится в раздевалке и не знает, что же его ждет. Давайте же отправимся к нему и введем в курс дела. Привет. Смотри, тебя ждет очень непростое задание. Ты, наверное, помнишь гол Корницкого, который забил ворота Торпедо БелАЗ? Ну, да, со своей половины. Да, вот тебе сейчас нужно будет вот этот вот гол повторить. В тренировочных условиях, но немножко поменяются условия. Еще на воротах будет стоять не Владимир Пятигорец, а я. Хорошо. Давай посмотрим, наверное, да? Корницкий забил где-то 70 метров, может, оно свой мяч примерно так же, тянется его. Поехали. Забил 5 голов, для себя посчитал бы это нормальным результатом. 5 голов, 5 передач, то есть, знаешь, у меня это практически в каждом сезоне, то есть, мой показатель. Памятных таких голов не было, чтобы если я забивал, то выиграл какой-то титул, то есть здесь, наверное, памятного, не будем ничего такого вспоминать. Но самые красивые в основном были, дальние, знаешь, удары такие. Больших дистанций, но много было голов какой-то определенной я не буду, то есть, знаешь, записан. Ну давай, пусть это будет Днепру, первый гол за Минское Динамо, когда я забился штраф. Чтобы повторить гол Корницкого в официальной игре, надо много факторов. Я сейчас пробовал, знаешь, бить этот мяч, то есть 70 метров. Много и от погодных условий влияет. Я вот с ребятами разговаривал там, то есть, тогда достаточно был ветер хороший, знаешь, который помогал. А когда вот на таком стадионе, как в Гомеле, здесь на закрытом, очень тяжело, знаешь, забить. Чтобы такой гол повторить, это надо, то есть, знаешь, как-то доли секунды мысли. То есть ты не будешь целенаправленно думать, знаешь, всю игру бегать. И, то есть я буду сейчас в любой момент 70 метров, я буду туда бить. Надо, то есть как факторы, знаешь, как захотел, пробил, то есть получилось, вот и все. Ну что ж, вот мы закончили. Знаете, я очень устал, пот бежит, я хочу помыться, покушать и отдыхать. Полноценная тренировка нашего полузащитника Александра Бычинка. Получилось все с 5 попыток, и получилось это, я вам скажу, очень даже неплохо. Проект запущен, впереди вас ждет очень много интересного. Оставайтесь на связи с клубом, до новых встреч!
Все, Корницкий, Сацураш сказал. Я забыл просто, как меня зовут. Ну что ж, друзья, проект запущен. Впереди вас ждет еще очень много